мама, мое сердце, я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало. Бог храни тебя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, их в разлуке так мне не хватало. Храни тебя, мама, на чему ты да? Ты родная, нежная моя. Мама, на чему ты да? Ты не повтори. Значит, сбудутся мечты. Небеса с тобою плачут, если плачешь ты. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои мамы не найти подруги. Бог храни тебя. Как люблю твои, я, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги. Ах, Бог храни.
Ещё молимся, покаяй душу, сов, шарабы Божьи, но представить на иди, спаситесь и
Господи, слава
Господу помолимся. Господи, помилуй. Господь наш Иисус Христос, Божествие, благодать, дар Божьей власти, данным святым учеником и апостолом. Вы же вязать и шить святей человеков, рекл им, примите Духа Святаго, и же отпустите грехи, отпустится им, и же держите и удержаться, и рекаще свяжете ряды жизни земли, будут связаны лишены и на небеси, отдоли жены, то Духа Приматель, пришедший, растворичая смене, свой ренок в прощенности, по Духу чадости на ней над всех, и рекаще, яко человек совершив, Богу словом и делом, кругливым чистым, и всеми своими чувствами. Аще вот клятву твою или отлучение перестнули, и рестя поезжат, аще лишь клятву отца своего или матери сынами делися, или своему проклятству пойдя клятву приступи, или иными неким великим человеком связайся, но все сердце вышел тем смерть покайся, и лека же, и от всех всех вины и узы разрешит ее, и лека же ты не мучить и слава выпить на тех, и дав себя прости, ей. Человек любит ради своего молитвы, присоединенный в благословенной Владычице нашей Богородицы, и присоединенный в молитве славы и святых апостолов и всех святых. Получается, что мы обычно встречаемся с церковью, встречаемся с верой лишь в трех случаях – на отпеваниях, на венчаниях и на крещениях. И, к сожалению, это явно недостаточно для спасения человеческой души. Мы с вами сейчас собрались для того, чтобы молиться о почивших. Почему мы должны с вами молиться за них? Потому что молитва – это то, что нас действительно связывает с миром иным, миром вечным, миром, где нету печали и нету горя, но есть только радость и жизнь со Христом. И этот мир, который мы как бы знаем из послания апостола Павла, которое мы сейчас читаем, что мы знаем о том, что этот мир есть, и поэтому мы не плачем умершим. И это то, что отличает нас от людей, от язычников, отличает нас от людей неверующих, то, что мы верим в Христа, верим в вечную жизнь с Ним. И вера это дает нам силы быть постоянно рядом с Богом. И когда мы видим почивших, мы должны в первую очередь молиться за них. Молитва наша, молитва близких, она особенно сильна, потому что близкие лучше всех знают почивших. Именно близкие лучше всех знают, каким он был, они лучше всех помнят его, и душа должна лучше всего молиться о почивших. Поэтому прошу вас молиться постоянно, он представлен сновидя, в ближайшие 40 дней. Эти 40 дней – это тот период времени, когда душа совершает этот путь в Царство Небесное, путь к Богу. И этот путь можно облегчить лишь нашей молитвой. Потому что даже, как мы знаем, Пресвятая Богородица боялась этого пути. Несмотря на то, что была человеком святым, человеком без которого мы не пришли к спасению, мы тем не менее будем ставить линию своих молитв. А сейчас, пожалуйста, все собирайтесь, будем выходить из могилы. Спасибо.
Рабы твои, як єдиниці чоловіка любець. Слава Отцу і Сину Святому Духу, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся, пока я не душу усопши, рабы Божьему представлюсь на ей, то еже проситеся ей всякому прешению, вольному же и невольному. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Я Господи Бог очень души, я и держу праведнее упокояются. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милости Божие, Царство Небесное, Старихов, и я у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Удай, Господу помолимся. Господи помилуй. Божий Бог, всякий плодит смерть, по правде упростни, выжат мертвым дровавый, сам Господи покой душу, собственно, рабы твои я. Но представлен за еду вместе светлым, вместе злачим, вместе покойник, не душа беже болезнь, печаль, вздыхание, всякое согрешение, все день на ею, словом и дело помышление. Яко благий человек, любит Бог, прости, яко нечь человека, же жив будет и не совершит. Ты будет только без греха, правда твоя, правда веки. Ни слово твое истина, яко ты, все воскресенье, живот покоя, супши, рабы твоя. Но представленное, за еду Христе Божий наш, все славы славим, со безначальным твоим отцем и со пресвятым благим, и животворящим твоим духом ныне пресное во веки веков. Аминь. И мудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Богослово рощую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресные во веки веков. Аминь. Пречистая Отца и Матерь Преславных, и всех алих апостолов, преподобных, богоносных, Отец наших и всех святых, душ от нас, и старшихся рам, своих церквях ученик, недых Аврааму покой, ты знай, причтет, и нас помилует, как благо, и человеку любит. Боже мой, свечи покой, подожди, Господи, суп шароветный, но представлен снаеде, и сотвори ей вечную память. Вечная память, вечная память, вечная память, душа ее во благе утворится, и память ее в рот.
Dica, dai,
Вот, ты хотел.